moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Раца. Хорошая передача на Блиму. Блима. Рикошет и мяч в воротах Искры. Курьезный несколько гол, но тем не менее это гол. 1-0. Терспольчане выходят вперед. Чуть, как мне кажется, все-таки потерял ворота Анатолий Чеботарий. Часть вины в этом пропущенном мяче есть на голкипере Искры Сталь. Но, с другой стороны, давайте смотреть повтор. Там, по-моему, все-таки от ноги защитника мяч изменил направление достаточно серьезно. Ну вот, смотрим. Балима делает передачу, да. Очень неудачно от Порфиряну мяч отрикошетировал, прямо свалившись за шиворот Чеботарию. Moldfutbol.com. Ultimele știri din fotbal în autohton. Pe primul site de fotbal din Moldova.